Итак, пудели собираются домой. И в это время сжирают друг друга. Па, мы идем домой или что? Лапы, лапы. А кто не едет, остается в бане. В следующий раз для подкупа возьму больше денег. Папа стоит, курит, дивится телевидение, особо в бесилке. Вот она банька. Надо перевести вот это выражение. Feel so good. Вот он. Бассейн. Вот она улица. Там собаки записали. Сейчас открою. Записали каждый камушек. Вот он стол невидный в темноте. Вот они окна. Вот он виноград. Шурпу здесь можно варить. Здесь масок бесится. Виля в бесилке. Здесь можно пожарить. Все в темноте, ничего не видно. У Марсика белка. По-моему, сейчас кто-то будет какать. Переметка шурпы. Уходим отсюда. Выходим. Все, собаки вышли. Вот она парилка. Все как было раньше, только небольшой ремонт. Серега что-то какое-то убийство смотрит. Сказал вызывать такси, хотя мы приехали на машине. Забылся. И вон она я. Виля по ступенькам идет, сейчас на коня нырнет в бассейн. А Марсик меня чекает. Лапы, 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 пуделечки.